Череда трехраздельная, однолетнее травянистое растение, вид рода череда семейства астровые, типовой вид этого рода. Распространена почти во всей европейской части России, в Сибири, Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке. Растет по сырым берегам рек, вдоль мелиоративных каналов, у прудов и озер на болотах, в канавах, где часто образуют заросли. Рассеянно встречается на лугах, как сорняк в огородах и на полях. Кар — лекарственное растение, используется в китайской и тибетской медицине, которая рекомендовала ее при дизентерии, экземе, при заболеваниях суставов.